Будешь большой? Нет, он небольшой будет. Он сантиметров 40 от силы будет. Пушистик домой приехал у нас. Вот он. Домой, Козя, я приехал. Вот, хотела спросить, сколько раз кормить его? Котик, котик, смотрите. Ощетинился уже. Котик, котик. Кормить его можно утром, вечером. Ну, мы два раза его кормим. Но... А я думала, через 3 часа еще. Не, вы что? Так он же уже 4 месяца ему. 4 месяца да. тебе? Да. А когда? Пушистик. А что он кушает? Пушистик. Нас... Да, он все ест. Но у нас сухой корм, он уже пошел хвостом махать. Да? Ага. Лучше. А какой вот? Как да любой, название? Любой для щенков. Сухой. Ой, ты домой приехал, да? Катя, малыш. Ты домой приехал. Есть у вас пеленки впитывающие? Да. Давайте, постелите вот сюда пока одну. Сюда? Что а ты? Хотели вон туда прямо. Ну, ковер тогда вам нужно будет свернуть пока на время. А то он подумает, что ковер это тоже пеленка. Ну-ка, не знаю. Все, все. Все. Ну, и все пушистик. Ты наш. Ну, будешь пушок как-то. Что ты будешь здоровый там? Да я не знаю, постелите куда-нибудь пока да. отдельно от ковра, пусть он понимать будет, где туалет. А то можно и прям вот убирай свои ботинки, а там будет его. Ну это, пушистик, он так-то понимает, что на пеленочку надо ходить. Пуши, пока побаивается, конечно. Побаиваюсь, Козя, я, да, пока? Да. Ну, зовите его с собой. Проходи, проходи, проходи. А вот проходи, пойдем, пойдем. Место, чтобы никто не видел, вот, я и, думала, ну, можно. Мы как бы да, он выглядит сам. Иди сюда. Иди сюда. Иди пушистик, ко мне. Иди, иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Да, а мне понравился Дэнни, а Юля нет. Я говорю, что ты, а мне Дэнни. Ну, он просто маленький, а Дэнни. А уже заказал. Подождешь, мы сейчас тебе помягче постелим. Ага. Ну, плюшечки он любит, он прям одеялки, плюшечки. Будешь, если сильно пить, можно вот сюда с тобой дремать-то. Вот сюда с тобой. Либо ну, он сам спает. Где положите, короче, покажите ему так место. Он чего понимает. Дома, да, мальчик, дома? Ой, дома, приехал. Ну вот, пристроили. Пушистик у нас теперь домашний. Не бойся, не бойся.